Всем здорово, ребят. Ну чё, редко я бегаю по Тайване. Тут реально от обновы до обновы что-то даже харит в игру играть. В общем, играю сейчас в другие игры. В колду, в Бравл. Ну, на этом, на тайванском форуме написали в одном из постов. Администратор ответил, что будут увеличены награды за атаку фортов. В следующем обновлении оно где-то будет на днях у нас уже, думаю, на этой неделе даже. Увеличит награды за атаку фортов и за битву гильдий, но никак не изменит их. То есть, по сути, ничего не поменяется. То есть, увеличат там максимум, что вы там, сколько, 3200 мы получаем, если я не ошибаюсь, за БГ. Или больше немножко там кулаков, плюс атака фортов, возможно, улучшит немножко награды, которые тоже по сути ничего не поменяет, потому что сама локация у нас не изменится. То есть, ну, скорее всего, возможно, они что-то сделают. Ничего себе, здесь фоба. Посмотрите на разницу. 50 баксов на английском, 10. Разница, конечно, в разы. Вот, в общем, поменяют это так, пока предварительно администратор ответил, поменяют награды. Сейчас даже найду. Вот обновление этого месяца увеличит награды за войну Альянса и битву за базу. То есть битву в гильдии и атаку фортов. Но изменение наград все равно не вернет интерес к игре, так как они засрали ее талантами, которые не соответствуют. И героями, которые тоже, которых нереально убить, тем более не то, что донату, без донату тут это тем более, поэтому реально в реальности изменение наград ничего в игре не изменит. В общем, будем смотреть, что там по форуму нам дальше напишут. Думаю, день-два и будут какие-то новости по обновлению. Пишите комменты, что вы думаете по поводу изменений. Ставьте лайки и ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.